Ну, что еще есть у меня дома в домашней косметичке? У меня есть вот такой набор от Demi Moore. Я еще не начала им пользоваться. Ну вот, просто не могла пройти мимо этой роскоши замечательной и взяла его себе. Посмотрите, просто как золотой слиток. Вообще изумительный набор. Я думаю, что вскоре я им начну пользоваться. Есть у меня еще вот такая точилка. Уже много лет мне служит. Мне очень она нравится. Вот видите, ее можно открыть, выкинуть все, что там наточили. И для заточки двух видов карандашей, толстых и тонких. Точит вообще отлично, мне очень нравится. Для сумочки у меня есть такое шикарное зеркальце с логотипом компании. С одной стороны оно увеличивает, с другой стороны оно обыкновенное. То есть вот единственный минус, оно тяжеленькое, конечно. Надо вот все-таки для женских сумочек делать более легкие вещи. Есть повязка для волос. Такая беленькая тоже от компании Oriflame. Она очень хорошо стирается. И, в принципе, она мне вот уже давно служит. Ну и вот для волос есть такой краб. Тоже использую его. По-моему, год вот я его использую. Вот ничего с ним не сделалось. Вообще отлично выглядит. Такой вот приятный. В домашних условиях очень удобно забирать волосы. Да, и еще есть у меня вот набор кистей. Вот этой кисти, ей, наверное, лет 10, я купила вот эту кисть Giordani Gold вместе с тогда еще шариковыми румянами. И вот посмотрите, сколько лет прошло, а ничего ей не сделалось. То есть вообще отлично выглядит, волосы не выпадают. Использую ее для макияжа. Удобно с собой в сумочку в поездке брать, потому что, видите, закрывается колпачком, и все, и уже не пачкает сумочку. Видите, еще тут старый логотип Giordani находится. Ну, вот здесь у меня в стакане различные кисти стоят для макияжа. Вот для растушевки кисть. Это кисти для теней. Это кисть для пудры и румян тоже.